Следственный комитет сегодня провел обыски у заместителя главы администрации Советского района Новосибирска Павла Ладышкина. Надежда Щеглова знает подробности. Информацию о том, что у Павла Ладышкина Следственный комитет проводит обыски, официально подтвердил телеканал ОТВК, исполняющий обязанности старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области Михаил Третьяков. По информации из собственных источников, телеканалу ТВК стало известно, что у заместителя главы администрации Советского района проводятся обыски в квартире и в рабочем кабинете. Параллельно сотрудники Следственного комитета провели обыски и у других лиц, которые, возможно, в скором времени станут фигурантами уголовного дела. Павел Ладышкин живет в Бердске. Его отец Владимир Ладышкин несколько лет занимал должность военного комиссара нашего города. Телекомпания ТВК следит за развитием ситуации.